Всем привет! Сейчас вам расскажу, как с помощью климата прочитать ошибки. И также расскажу, почему с помощью климата не получается прочитать ошибки. И также, почему даже стар-диагнозис не читает климат. Сначала покажу вам живые данные на климате. Нажимаем кнопку REST и держим ее несколько секунд. Появился первый параметр. Первый параметр – это температура в салоне. Второй параметр – это температура на улице. Третий параметр – это температура левой части печки радиатора. Четвертый параметр – это температура правой части печки радиатора. Пятый параметр – это температура испарителя. Шестой параметр – это температура двигателя. Седьмой параметр – это давление фреона в системе. Ну и восьмой параметр – это скорость двигателя, моторчика печки, если проще так сказать. Вот, есть еще там пару параметров, но они нас не интересуют. Так, и далее. Выходим отсюда, глушим машину. Так, далее включаем зажигание. Ставим левое колесико в положение high, правое колесико в положение low. И держим 0 и REST несколько секунд. Так, блок климата перешел в режим чтения ошибок. Сейчас у нас показывает E и 3 нуля. E это буковка error, 3 нуля означает, что ошибок нету. Если было бы E002, это означает, что ошибка номер 2. Все эти ошибки можно найти, описание ошибок найти в интернете, либо зайти по ссылке под видео на мой драйв, там это будет. Как посмотреть ошибки? В моем случае 3 нуля означает, что ошибок нету. Но если у вас, допустим, есть ошибки, вы жмете левую кнопку Auto, и у вас, допустим, дальше появится ошибка E002. Чтобы ее удалить, нужно будет нажать правую кнопку Auto. Да, появится... Вместо E появится буква D, то есть Delete, удалить. Потом дальше жмете также кнопку левую Auto. Ну и, соответственно, пока ошибки у вас не пойдут по кругу. Вот. И, соответственно, каждую ошибку, если нужно удалять, нужно каждый раз правой кнопкой Auto после чтения следующей ошибки нажимать правую кнопку Auto, и чтобы появлялась надпись Delete. Как все ошибки у вас будут удалены, у вас появится в конце E и 3 нуля. После этого климат еще раз обновит ошибки и покажет, остались они или нет. Вот, это касаемо чтения ошибок климата. А теперь показываю, в чем самая главная проблема, почему не может читать климат. Вот тут я был очень сильно удивлен. Вот, но оказывается, есть такой блок клапанов печки. И оказывается, если с ним нету связи, да, или этот блок неисправен, то блок климата ошибки показывать не будет и даже не будет читаться старым. Вот об этом я сегодня узнал и решил, соответственно, вам тоже об этом рассказать. Так что, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся!